РПГшник, нашли свое место? Даркет. Вместе, на месте мы. Да, все слышно. Бэха доехала до своей точки? Так точно, мы на позиции, сейчас ставлю метку. Я тебя плохо слышу, отвечаю по дали. Агер, нам бы кого-нибудь в халке оставить. Там СС остался. Понял. Так он же на вертолете. Дух там остался, я про пиздевался. Суслик, вы, в принципе, говорите, наводите нас на технику и на большие скопления пехоты. Это приоритет для ПЭХ. Поэтому, Суслик, если ты что-то видишь, ты меня быстро кричишь, и я по дальней передаю это ВИМа. В принципе, можешь бить себе как на второй канал, дефолт, на второй дефолт, это самое, забить частоту ВИНа. И если что, перепрыгну туда, крикнуть. Сомневаюсь, что я туда крикну, потому что у вас связь плохая. Мы же будем через себя. Так ВИН на твоем фланге, понимаешь? Блин, мы за захами не сядем и кусти все равно через тепло. Ложись так, что тебя могут увидеть, но чтобы если по тебе стреляли, чтобы они попали где-то перед тобой, чтобы сзади тебя не мог попасть твой снаряд. Встал, сел. Тебе надо на 300 уходить, ты не на той горе. Да нет. Я вот... Суслик, ты вот тут. Окей. Я в групповой поставил, Агер, ты вон там. Тебе надо уйти где-то на 300 от своей позиции, наверх туда.
У тебя недалеко должны быть здания. Такие. Так, если не ошибаюсь, вот он появился. Кто? Не-не, что? Да. А, я так понимаю, у них еще время до штурма еще есть, это минут 5-6, пока не разобьют нашу станцию. Ну где-то так, да. Будет? Триггер будет или нет? Нет, нам по дальней передадут. Слушай, пехота вышла к этим мельницам. Отделение целое. Азимут. Юг 4 мельницы, километр полтора, азимут 160-170 где-то. 4 мельницы на холме рядом с крутилками и ветряками такими высокими. Сейчас буду смотреть. У меня карты нет, то я не могу ничего поставить. А если я так умахал, я типа 4 мельницы здесь потеряю. Я наблюдаю, лучше отойди, я их наблюдаю, у меня на предпозиции. Поставьте в групповой канал метку, я не вижу их. Я продублирую в штабную. Мне с моей метки 4 мельницы не видно с ветряками. Ну, судя по карте, сейчас поставлю. Там на юге ключи ветряков стоит. Примерно там должно быть. Нет, ты ветряки смотришь, импресс. Правее них, да. В принципе, тебе туда смотреть. Я не вижу, я смещаюсь, у меня просто уже на машину стоит. Ну я понимаю, они просто были дальше нас стоят, ребята наши. Айгер, ну я максимально до серф-клаба смотрю. Берег. То есть... Ну смотри, да, смотри, в принципе, суваться туда не надо. Нам надо ждать и давать... Да, вижу, блядь, что-то... А, нет. Это, блядь, лаги. Я вижу отделение, ближе уже намного. Они на северо-востоке, они с этой спустились. Прошли уже добрый километр, я скажу. Да. Юго-восток.
имел в виду. Северо-восток, да, у нас уже в тылу. Ну, они на северо-востоке тут отметились. Да, я их вижу, понял тебя. Едет по дороге, это самое, с пехотой, блядь, груженная эта хуйня. Да, есть, уже вижу, недалеко от толки. Вижу. Зушка, вижу, да. Еще она, Зушка, блядь, едет по дороге. Так, говорят, кедры, по главной дороге на нас едет Зушка и груженная. Понял. Уже в Шалкее что-то проехало? Нет, в Шалкее еще не проехало. Там что-то это, влево проехало. Что-то в северо-восточнее поехало туда, в восточнее. Въезжает город Газель. Газель въезжает с да, юга. Да. А на запад поворачивает. В городе на западной части сейчас. Остановилась там, скорее всего. Поехал еще западнее, западнее уехал из города. Значит, в мою сторону едет, на мою мину хватит. Она на нас, РПГС не готовься, несется по дороге, Зушка на нас прям. РПГС, слышишь меня? Да, по дороге, наверх просто. Прям по дороге. БМП, на связи? Могу отработать. БМП. Город обстреливают. На связи. Вторая на связи. Зушку выдал. Агер живой? Да, живой. Агер, уточни просто, что тут техники по дороге, которая едет. Она куда-то доехала? Она едет от меня, она сейчас за холмом. Но она переехала второй мост, и она сейчас едет в вашу сторону. Окей, принял тебя. Да она где-то на моих метках проехала. Ну я понял, моты. Там РПГшник, твой помощник, побежал прямо в ее сторону. Смотри аккуратно. Валрус. Ты где? Я загружен, воюю.
Жду метку на обработку. Хочу точно их поставить. Правильно. Агер, точно КВшки в какой стороне просто далеко. Ну так вот, сейчас уточняем. Все, хорошо. Нет, я имею в виду нам сообщи, то я его не слышу. Да-да. Ты его еще наблюдаешь? Да, он стоит на месте. А какой ориентир на него? Вот смотри, вот на дорогу идет, кто-то только появляется из-за холма. Ну? Ну. Здание, справа от нее. Поселочная дорога. Еще но. Две. Дом большой, шесть окон. Ну? Слева от него, видишь, он стоит вот впереди. То есть там еще здание, да, понял, вижу его. Тебя не слышат. Так я же отвечал. На тебя Вин пытался докричаться, он тебя не слышал. Бэшка, закатись на свою метку обратно. Бэшка, вторая. Б2. Агер, пожалуйста, продублируй, где я просто стою. Меня не слышно нифига. Да стоят метки. Сейчас, секунду. Уже, стоят метки. Ну, нет, у меня карта. Тихо, подождите, блин. Дух живой? Сдвиг по короткой. Повторяю, сдвиг по короткой. Так, Агер тут? Смотри, Агер. Агер, Агер, прием. Так, я на короткой. А, пехи бегают в Халкее. Если пехи это... по Халкее? Да, если это не дух, то враги, значит. Не, дух все. Ну, это враги там бегают по дороге прямо. Халкее это наш город, где мы резали, да? Да, да, да. В низине такой большой. А, так, еще по дороге что-то едет, к Халкее. Еще по дороге едет с юга. Сейчас скажу, что. Да, вижу еще ха, этот УАЗик. Ландак или ха. Ландак, да. А он начал двигаться, повторяю. Я понимаю тебя, да. На юго, на северо. Я понял тебя, да. Штаб, говорят кедры, Абрамс начал движение в Халке. Штаб на связи? Не говоришь, да, говорит. Он едет на коробке, слышишь, он поехал, нет, он съехал в дорогу. Он едет на берег, там где было отделение, которое я тебе светил. Принял. Да, я сейчас слышал. Вижу БСП, вижу БСП еще. Я слышу тебя, да, ставь метку. Примите на крестик на БСП, очень быстро едет по берегу. По берегу? Да, по берегу. По восточному, по западу. А, вижу, вижу, восточно, вижу, восточно. Там и Зушка едет еще, Зушка поднимается на холм на востоке от города нашего, в котором лес есть. Который рядом с берегом холм. Я разместился намного восточнее. Метки на них. Так, Агер, южнее Халкея, домик стоит, там еще пех бегает. Они там, там отделение, скорее всего, целое. Да, я тебя понял. Агер, восток, а где такой полуостров в море,
Да, вижу, да, вижу Зушку, вижу. А где Бэха? Рядом с ней, сзади нее? Бэху не видел. Относительно ЗУ, где Бэха? Суслик, тебе, Суслик, тебе пехи побежали на запад. Они возле дома возле синего сидят? Нет. Ангер, может не они... по берегу сработать? Ангер, поставь на себя минус. Вилсон, ты не достанешь, да тут прорисовки не хватает у нас. Там больше 3500. Слушай, а сдалека не будет ко мне или нет? Ну я метку поставил, ты видел, у тебя карта же есть. Сейчас смотрю. Я вижу метку. А, понял, прости, понял тебя. Импресс, что за твоя метка? Что, пехота нам на Зуслика? Да, да, там на пех один бежал в его сторону. Я же, все нормально. Отбегай. Я ухожу еще сейчас. Откуда она работала-то? А, я, блядь, ее вижу нахер. Бэха, на связи? На связи. Боже, где Бэха нам нужна? Агер, прием. Слышу тебя, сейчас, подожди. Я попытаюсь поставить метку в канал, чтобы ты увидел эту долбанную Зушку. Он ее не увидит, Агер, он ее не увидит. У нас прессовки. Он отработать должен под мост. Нет, я лежу, лежу, лежу. Я лег. А ты, скорее всего, метки неправильные ставишь, ее там нет. Она есть, я видел ее физически, импресс. Это наш. Сейчас. Тут один мост у меня впереди. Все, закатывайся, я тебя понял. Закатись обратно, ты тот мост не видишь. Башка закатилась? Ушли. Так, Агер, а газелька подъехала к берегу, метку сейчас поставлю. Да, я видел. Метка прям актуальная очень. Они прям на ней стоят, она около камня. Ага, да, метка есть, дробь БМП. Б2. Поставили еще метку актуальную на ЗУшку на восточном побережье. КВ сказал. Что? Понимаешь, там один пех, он от меня на расстоянии 2 километров. Я не знаю, он бежал в твою сторону, я просто тебе дал информацию. Все. Скорее всего, ты его не встретишь, но просто знай. Так, ребята, все смотрим на север. Чё за техника, блядь, у нас вот тут на этой метке? Вереск. Вот именно, что на 106-й? Агер, там где Зушка, там отделение бегает. Прям отделение это целое. Это понял, далеко, да. Что на 106-й? Это меня сейчас интересует. БМПшка, можно смотреть эту местность. Пусть наша Сушка отработает по ним, они прям хорошо стоят, кучные все. Агер. Верикс, ты меня слышишь? Я теперь тебя слышу, да. Посмотри, что на 106 у нас. А, тебя она на азимуте 40.
А, Гер, пусть сушка отработает. Сушка, я не знаю, куда они направляют. Самолеты по нашим меткам работать будут? КВ-5. У него и в КВ, и в ДВ говорится. Кто-то наблюдайте, пожалуйста, Халкею, я ее не могу смотреть, потому что я на берег смотрю. А, с юга от нашего города, где рейсы есть, на пригорке, там где тянуть на не высадите линию. Там пех бегает один. Там отделение, да, я их вижу, вижу, да, они там шарятся. Сушка укатилась, импресс? Нет, стоит, пехи там, вот прям около, вот прям на моей метке все стоят. Они за зданием там прям, да? Они прям в домике сидят все почти. Смотри, они не хотят наводить самолеты сюда, перед тем, как у нас не будет точной метки на Абрамс или на Бэшке. Они на Зушке наводить их не будут. Бэшки здесь вроде нету, Абрамса тоже на берегу. Абрамс где-то зашел к ей, 100%, я сам видел, как он туда ехал. Ну так пусть она по берегу пройдет и не будет залетать вообще на город. Там просто так пехов, наверное, человек 5 бегает. Плюсы, да, прям под домом. Агер, может я с Бэшки поработаю туда? У тебя ОГ туда не долетит, туда где-то километр. Больше туда где-то 2, где-то 2-200. А Бэху мы сейчас потеряем, я Бэху хочу, чтобы она работала по этим самым, по, блядь, технике. Импресс, смотри, чтобы к тебе по берегу не подошли. Что по берегу подойдут, зайдут за это самое, ты их не увидишь. Так, Зушка с газеты куда-то уезжает там. Откуда? А, ну, на востоке, где метка стояла, где-то они сейчас около домика бегали. Она стоит, она стоит, она стоит, она собирает, да. Собирает пехов, она. Да, и под мостом Зушка тут стоит. Да, Вин, слушаю тебя. Есть безопасная. Нет, Вин, безопасная не могу сказать. Я не знаю, где стоит их не ПТРК, и я не знаю, где их не будет. Там вторая Зушка или Ланда. Прям резко вдоль пляжа едут. Смотри, если бы ты... Просто на высоте там, где ветряки, они могут быть любое. Я могу сейчас с востока, а они по Вину едут. Будет север. Да-да-да, едет Газель по востоку. Вилсон, смотри восток. И за ней вторая же. Да-да-да, близко едут, близко уже. Да. Бэшка, выкатывайся по востоку, бей. Бэха, как приняла? Принято, работаю. Это какой Бэшка говоришь? Актуально на... поставил, прям актуально на едет. На берег, чтобы я видел. Вилсон, работай. Да. А гранатомерщик помощнику подойдут? Там у нас с вами наблюдает? Там... А, Вилсон, азимут восток, ровно, восток. Не должны подойти к вам, ребята. Хорошо, принято. Наблюдайте только свои азимуты, опять же, своих тут в районе возле вас не должно быть. Хорошо. Пехота уже двигается по зеленочке, которая от нашего... Север. Сто где-то. Ну, север города. Да-да-да, вот метка суслика. Азимут 60. Выше, выше. Еще выше. А, вот все вижу, короче, из юга нас вылезли на пригорок, который сам ближний. По постами противник, только противник. Я вижу на пригорке, да. Там командир отделения. И там еще Зушка есть тоже. Если ты с ОГшки можешь за мост туда херачить, то... Ничего не могу. Понял. Я не вижу. Агер. Да. Главный вопрос, если они вылезут, то фугасами работают по ним? Да. Хорошо, хорошо. Я уже не достреливаю. Меня полили, меня просили. Бэха, смотри, сильно долго там не стоит, на тебя наведут либо танк, уходим, либо уходим. ПТРК. Смотри, что шалкеи тоже могут, пехи там есть. Жопа чуешь, что сейчас ко мне в упор выйдут. Бля, пехи идут, сука, по зеленке, импресс в твою сторону. А
Лес, они на тебя заворачивают. Какие пехи? Где метку ставь? Ил. Что? Зушка ушла. Зушка ушла куда? Прям вот как написали, туда на север. Это была не Зушка, это была обычная газель. Зушка, скорее всего, стоит на моей метке ЗУ. Ну, это и то не факт, что Зушка, а может Бэха просто... Бэха наша живая, Дилл? Да, живая. Короче, Импресс, к вам пихи поднимаются. Они еще до зеленки не дошли ближайшие, но они уже идут откуда, на тебя. Откуда? С метка Суслика? Да. Ну я не вижу, я в другой стороне лежу. Я продублировал, как они к тебе идут. Паркер, точнее, это на западе от нас. Отделение на востоке. Да они повсюду, понимаете, они на нас идут. Ладно, хорошо. Я не смогу импрезу помочь вообще никак. Да не надо мне помогать, если убьют, то вы узнаете, сдвиг сделайте и все. Блин, на самом деле второе отделение по городу идет. В центре города прям стоит. Да, вижу пехов, вижу пехов. И работаю по ним, они заметили нас, скорее всего, Айгер. Айгер. Айгер, прием. Все, я работаю. Так, я двигаюсь со своей точки. У нас ТП-шка живая вообще? Живая, живая мы. Импресс живой? Да что живой, я говорю, тут отделение прямо подо мной. 500 метров южнее меня. Подхожу, север. Что за метка на северо-востоке? Что там поехало в сторону? Это газель, которая промчалась по берегу. Что, газель? Блин, да, газель уходим. На север уехал. Понял тебя. Это уже это минуты 5 был назад. По северо-востоку газель промчалась в сторону болот. Дороги с дороги, с той рынка, который я говорил, 160 от нас.
назад, ребят, отступайте. Если нет возможности жашхериться, значит отступайте. Походу наш РТ самолет сбили, что ли? Агер, и отвечай по кому-то, пожалуйста. Да, это нас тут стреляет. Нас тут 20 берега где-то. За нашим городом стоит. Вот понял. Подхожу вот так. Бэха должна была укатиться, да. Танк пометку поставил. Это либо танк, либо бэха, отсюда не разобрать. Да, танк стрелял. Ну, если танк, то откуда стрельба была. Я тебя понял, да. Вилсон, друид, обновляйте на себя метки на свой БМП. Я уже кого-то не слышу совсем. Ребята, мы отступаем. Агер, слышу тебя. На Ю, на 64-м. Это Вереск?